Дорогие женщины, призываю вас не курить ради собственного здоровья, благополучия, бодрости и долголетия. Зачет. Вы знаете, вот таким вот должны быть наши СМИ. Телевидение, радио, интернет. Призывать к нормальной жизни, да? А что сейчас наших женщин просто-напросто развращают? Даже через песни. Вот вспомните вот самую вот элементарную тут. Виски, кола, ты королева танцпола, да? То есть набухаешься и будешь классно, распутно танцевать, и у тебя будут мужчины. Фу, если честно. Все зависит в первую очередь от государства, от того, что позволяем мы.